Больной туберкулезом угрожает Минздраву кашлять на людей, если его не положат в больницу. Житель Оренбурга Сергей Крамаренко в своем обращении рассказал, как его выписали из диспансера с тяжелой формой инфекционного заболевания. И это послание – последнее предупреждение ведомства. 36-летний мужчина уже 12 лет болеет туберкулезом. Месяц назад его выгнали из местного диспансера за использование электрического чайника. По словам мужчины, он чувствует себя намного хуже, чем раньше. Сергею даже пришлось снять отдельную квартиру, чтобы не заразить несовершеннолетнего ребенка. У меня фиброз, например, поздно туберкулез. Из-за чайника вы меня выписали вообще. Нет, я вас лично не выписала. Нет, не вы, но вы подписали выписку. Я и подписала выписку, но, естественно, куда же мне делаться? Ну вот, видите, вы как начнет эту больницу. Подписала, разве да? Так можно? А так вам? Мое мнение вот. Нет. Ну, а где справедливость? Наталья, вот просто, честно скажу, он бы я там какого-то пил бы, что-то делал.